Добрый день, мои дорогие подписчики. Добрый день, мальчики и девочки. Добрый день всем, кто случайно зашел на мой канал. Я рада всех вас приветствовать на своем канале, где я худею сама с помощью интервального голодания и диеты. Мои дорогие, сегодня вторник, 19 ноября. Я отчитываюсь внепланово. Последний мой отчет я снимала 10 ноября, и за 9 дней я скинула 100 кило. И что меня очень радует, на сегодня мой вес 72 300, у меня не хватает 100 грамм до минус 30 килограмм. 22 ноября у меня будет ровно 10 месяцев, как я придерживаюсь кетопитания и интервального голодания. Конечно, за 3 дня эти 100 грамм обязательно уйдут. И в итоге у меня на сегодня минус 30 килограмм. Танечка, моя подписчица, говорила, слабо до Нового года. Ну вот я успела даже раньше на 1,5 месяца. Итак, мои хорошие, конечно, я очень этому рада. В объемах у меня, кстати, тоже ушло по сантиметру. Наконец-то в моей талии. Итак, мои хорошие, что-то плохо я сегодня сняла, но надеюсь, будет видно. Сегодня мой вес 72 300, 100 грамм, и будет минус 30 килограмм. А 22 ноября у меня будет 10 месяцев, как я придерживаюсь этого питания. Итак, мои хорошие, сейчас я отойду, и вы посмотрите, как я выгляжу на свои 72 300. Итак, мои хорошие, очередной выпуск мой видеоотчета выйдет на следующей неделе. Я определюсь, какой это будет день. Возможно, это будет вторник или среда. Возможно, сделаю, как обычно, воскресенье. Но предварительно обязательно вам сообщу под своим видео. Итак, мои хорошие, кому понравилось мое видео, ставим лайк. Ну, а кому не понравилось, ставим дизлайк. Но я все равно всех-всех жду на своем канале. Приходите, не забудьте подписаться, кто не подписан. Не пожалеете поставить лайк. А пока, пока-пока.